Мир кино – мир удивительных открытий. Миллионы людей любят смотреть кино, но также сильна любовь к киноискусству у его создателей. Сценаристы и монтажеры, звукорежиссеры и операторы – такие интересные профессии предлагают освоить ребятам клуб «Ровесник». Презентация проекта по созданию молодежной киностудии прошла в центре «Навигатор». Мы планируем создать киностудию, в которую привлекать будем молодых людей, которые будут сами снимать видеоролики, искать сюжеты для видеофильмов, тех мероприятий, которые им интересны. Мы планируем снимать не только про известных личностей нашего района и города, но и про те мероприятия, которые проходят у нас: уроки мужества, вечера памяти, районный праздник «День призывника». По задумке участников проектной мастерской, ребята научатся техническим аспектам создания видеофильмов, а в процессе своей работы пообщаются со специалистами местных и региональных СМИ. Готовые ролики можно будет увидеть не только в интернете, но и на встречах в школах и колледжах, ведь большая часть в работе киностудии будет отведена созданию патриотических фильмов. Пока проектная мастерская располагает только любительской техникой для съемки, в перспективе покупка полупрофессиональной камеры. Проект создания молодежной киностудии поддержал депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Он отметил, что для ребят это отличный шанс реализовать себя и получить первый опыт для дальнейшего развития в профессии. В жизни не надо ничего упускать, если есть такая возможность. Со своей стороны, я готов участвовать абсолютно в этом проекте. Мы подумаем, в каком формате. Прежде всего, вам нужна материально-техническая часть, поэтому я от вас жду предложений. Занятия в молодежной киностудии будут проходить на территории клуба «Ровесник» по адресу Пролетарский проспект, дом 14. Наталья Медведева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».